На Кубани проходит поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», посвященная 80-летию образования края. Проводится она по 5 маршрутам. На первом этапе экспедиции по каждому из маршрутов муниципалитеты края искали лучших представителей своей малой родины. Сегодня мы расскажем о 5 славянцах, которым по итогам муниципального этапа экспедиции присвоено звание «Боевое имя района». Василий Васильевич Вертель. Этого почетного ветерана Великой Отечественной войны знают многие. Он почетный гражданин Славянского района, участник Сталинградской битвы, кавалер 2 орденов Красного Знамени, 3 орденов Отечественной войны 1 и 2 степени, ордена Красной Звезды. Долгие годы он возглавлял Совет ветеранов. Его рассказы о войне сегодня, как и много лет назад, с замиранием сердца слушают школьники и студенты. Мария Васильевна Алексеева, ветеран Великой Отечественной войны, прошла боевой путь до Германии в составе зенитного полка. Педагог, отличник просвещения РСФСР. Учитель от Бога Мария Алексеева 40 лет проработала в сфере образования Славянского района. Анатолий Данилович Шишацкий, ветеран Великой Отечественной войны, казак. Всю войну он прошел в разведке 40-го полка 10-й конной дивизии. Анатолий Данилович – единственный ветеран прославленного 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, живущий в Славянском районе, имеющий звание гвардии казак. В списке боевого имени района есть место и тем, кого сегодня уже нет. Василий Васильевич Колесник – генерал-майор, герой Советского Союза, участник боевых действий в Афганистане. Среди афганцев имя Колесника было хорошо известно. О нем боевые товарищи слагали песни и написали книгу воспоминаний, которая называется «Батя. Легенда спецназа». Батей сослуживцы звали Колесника в Афганистане. Сергей Геннадьевич Таранец, гвардии майор, герой России, участник контртеррористической операции в Чеченской республике, начальник разведки мотострелкового полка. Героически сражался в боях 1-й и 2-й чеченских войн. Был также награжден орденом мужества, медалью за отвагу. Его имя гордо носит школа номер 16. Все эти имена были переданы в Краевой экспертный совет, и, возможно, кто-то из них получит титул «Имя Кубани».